Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и тут у нас очередная новость. Alifon S7 и R9 выйдут в цвете глянцевый черный. Компания Alifon планирует выпустить смартфоны Alifon S7 и R9 в глянцевом черном цвете. Несложно догадаться, почему производитель принял такое решение. У кого он подсмотрел эту идею? Да. Задняя крышка Alifon S7 изготавливается с использованием технологии шелкографии с применением 15 слоев композиционных материалов, что позволяет добиться переливающегося эффекта. А вот Alifon R9, который имеет цельнометаллический корпус, будет проходить специальный процесс полировки для достижения глянцевого эффекта. Alifon S9 и R9 имеют достаточно схожие характеристики. Каждая модель имеет 5,5-дюймовый Full HD дисплей, 10-ядерный процессор MediaTek Helio X20, 3 гигабайта оперативной памяти и встроенный накопитель на 32 гигабайта. Работают смартфоны под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. О стоимости и доступности S7 и R9 в новом цвете пока ничего не известно. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.